Значит, приближается день географа. Кто у нас самый знаменитый географ? Иващенко и Васильевна. На кочках цветочки за кочками лес, на дальний глухой полус дамочек, на латы в пилу на рубаночек. С утра мы приехали строить навес на дачке Евгению Ивановичу. А дачи-то дачи и нет у него. Убил он участок заброшенный, облёсся с осиною ношею. И вот посреди барахла своего стоит он в зеленяшечке ношенной. Ах, Евгений Иванович, полосочку, вот кошки красная ворона. И дочка его Маришанечка душою морскою по баночку расписывать всем, как она хороша. Часами он может за чайничком, но нам не до чаю, мы рвемся скорей. Так хочет на вес перепычками, а то ведь беда с электричками. Мы спать, как хозяин, без смены двери, на голой земле без привычки мы. Залезает он в спальничек спальни, каждый вечер себе говоря, ничего прилетим не парю, будем греться пока изнутря. Колюжит и гнет его радикули прохладною майскою ноченькою, но строит и строит он прочненько, а дальше все нет, а мотор барахлит. Плевать не себе, а доченьке. Способны наши люди не спать, не пить, не есть, таскать кирпич под мышкой, век путаться в наука, чтоб слить гнездо детишкам у черта на рога. Хозяйство Евгения Ивановича на весом укрытии помалкичего, чтоб больше Евгению Ивановичу не оборачивать пленкою на ничего.